Ежегодно по сложившейся традиции в комплексном центре социального обслуживания населения праздничным мероприятием для более 50 подопечных центра отметили День пожилых людей. В качестве почетных гостей на мероприятии приняли участие первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов, председатель общественной палаты Магомед Расул Шаихмагомедов и подопечные комплексного центра. Слово для открытия приветствия было предоставлено заместителю главы администрации Бадыру Ахмедову. Хочу пожелать в первую очередь вам здоровья, душевного спокойствия, всех благ вам, вашим лице, вашим родным, близким. Хочу отдельно поблагодарить организаторов этого мероприятия, наш комплексный центр и работников социального блока города. Действительно, в Пассаюте проводится очень много мероприятий, связанных с соответствующими датами. Город Пассаюте в этом плане на передовой. Еще раз поздравляю. Желаю здоровья, всех благ вам, уважаемые наши старшие поколения. В Дагестане, как и на всем Кавказе, сильны обычаи и традиции уважения старших, а молодое поколение горожан с благодарностью отзываются о самоотверженном труде старших, отметил в своем выступлении председатель общественной палаты Магомед Расул Шаихмагомедов. В зале собрались свет нашего города, региона, который отрешал большой жизненный опыт. Мы оплатим долгу перед вами, и мы учимся у вас, и на газетных страницах, и иллюзионных сюжетах мы говорим о вас. Вот в то же время мы оплатим долгу перед вами. Для всех присутствующих руководством центра совместно с артистами Дворца культуры «Спартак» была подготовлена концертная программа. Директор комплексного центра социального обслуживания населения Зульфия Анварбекова сказала, что их подопечные – это люди, ради которых они совершенствуются. И такой знаменательный день – еще один повод устроить для них праздник. Благодаря нашим спонсорам мы отмечаем этот праздник, пригласили много наших подопечных, наших пожилых людей. – И благодаря спонсорам мы поздравили их и поздравляем наших спонсоров тоже. Спасибо им большое за помощь, за содействие в таком большом добром празднике. Желаю всем нашим горожанам города Хасаюрта добра, светлости и мира. Более 150 социальных работников комплексного центра ежедневно посещают на дому и обслуживают в отделении дневного пребывания по различным обращениям своих подопечных. День пожилых людей отмечается с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста и к возможности улучшения качества их жизни. Бурлия Цамбиева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».